Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у меня была запланированная встреча с вице-премьером Викторией Валерьевной Абрамченко по поводу газификации и строительства железной дороги в республике Тыва. На повестку дня были поставлены эти вопросы, и в очень конструктивной и такой располагающей беседе мы это обсуждали вместе с Викторией Валерьевной. Что я услышала для себя? Первое, по железной дороге. Виктория Валерьевна сказала, что вопреки тому, что мы получили ответ о том, что строительство железной дороги и концессионное соглашение на сегодняшний день приостановлено, но вчера в прессе мы прочитали информацию о том, что она дала поручение Минтрансу, Минфину и РЖД до конца февраля представить смету расходов и график работы. То есть смысл в чем? Значит, железные дороги из Тувы до Транссиба до 25 года все-таки железные дороги быть. Я заострила внимание на том, что кроме грузовых перевозок в республике обязательно должны быть пассажирские перевозки, о чем она абсолютно согласилась с моим доводом и дала поручение этот момент обязательно обсудить. Второй вопрос, касаемый газификации Тувы, а мы знаем, что сейчас в настоящий момент в Туве используется только уголь, и, значит, тут две составляющие, это экологическая составляющая. И так как этот регион все-таки находится, приграничный регион, здесь все-таки еще безопасность нашей страны задействованы. По вопросу газификации республики в настоящий момент ведутся переговоры и возможно использование газопровода «Сила Сибири». Значит, она также пообещала, что уже в апреле будет разработан план газификации Тувы, значит, в котором будут указаны сроки до момента газификации, то есть будет использована программа «Чистый воздух». Значит, она сказала о том, что сейчас, в настоящий момент, значит, 12 городов подпадают под эту программу и будут произведены новые замеры в других городах. И, возможно, и другие города будут подпадать под эту программу. То есть она абсолютно согласна о том, что значит, экологическая составляющая должна быть, что значит, в стране, где 67% центральной части газифицированной страны, значит, Сибирский федеральный округ и в том числе ТВУ, конечно, обязательно необходимо газифицировать.